Для приготовления классических булочек синнабон нам понадобится 1 стакан теплого молока, 2,5 чайной ложки дрожжей и туда же можно добавить сразу сахар. Все тщательно перемешиваем и оставляем на 5 минут. Далее кладем 1 чайную ложку соли, растопленное сливочное масло, немного перемешиваем и добавляем 2 яйца. Все тщательно взбиваем и начинаем постепенно вводить муку по 1 стакану. Поначалу можно тесто взбить миксером, а когда масса будет совсем тягучей и не будет поддаваться взбиванию, замесим тесто ложкой, а следом уже руками. Если тесто немного липнет к рукам, не стоит докладывать больше муки. Пусть лучше оно останется немного липким, а после того, как отдохнет, оно станет более послушным. Выкладываем тесто на стол и продолжаем месить. Далее смазываем миску растительным маслом и убираем туда тесто под пищевую пленку на 1 час в теплое место. Через час тесто увеличилось в объеме, стало более мягким и меньше прилипает к рукам. Теперь его можно раскатать в прямоугольник 50 на 30 сантиметров.
тесто мягким сливочным маслом. А затем посыпьте смесью тростникового сахара и корицы. Все аккуратно разровняем и завернем тесто в плотный рулетик. Далее закрепляем шов. Сначала отрезаем у рулетика края, а затем уже делим рулетик на равные части. Края также запекаем. Накрываем булочки пищевой пленкой и отправляем в теплое место на 40 минут. А пока займемся кремом для наших булочек. Нам понадобится 150 грамм творожного сыра, 40 грамм сахарной пудры, 2 столовых ложек молока. Затем все тщательно взбиваем миксером. Также я добавила пакетик ванильного сахара. После того, как булочки подошли, отправляем их в разогретую до 180 градусов духовку на 25-30 минут. Как только булочки подрумянились, достаем их и тут же обильно смазываем кремом. Теперь пробуем. Синнабоны получились нереально вкусными, мягкими. Обязательно попробуйте этот рецепт и делитесь в комментариях своими результатами. Если видео оказалось для вас полезным, поставьте пальчики вверх, мне будет очень приятно. До встречи!